Я хочу поприветствовать вас на нашем канале «Капитан Герман», и мы продолжаем отвечать на вопросы. На этот раз я хочу поднять одну тему, которую, вернее, даже не так. Сейчас я начну очередной холивар, что лучше, iPhone или Android и прочее. Яхтенные школы. Какие права нужны на управление лодкой, и что вы можете посоветовать, где учиться, и что вообще такое яхтенные школы? Давайте проведем аналогию с автомобильными школами. То есть вы приходите учиться для того, чтобы получить права. Вы получаете права автошколы, либо вы получаете права государственные. Конечно, вы получаете государственные права. Если вы получите бумажку с автошколы и вы с ней приедете в любую другую страну, на вас посмотрят, мягко говоря, странно. Может, конечно, где люди не понимают, что это такое, они вам машину в прокат дадут. Но в остальных случаях это просто все будет очень смешно. Вот, возвращаемся к яхтенным правам. Любые школы, именитые, любой системы, они вам выдают корочку свою внутреннюю. Это никак не документ государственного образца. Государственные права есть в Израиле и в Хорватии. Может, где-то еще есть в каких-то странах, в странах постсоветского региона тоже выдаются какие-то там ГИМСы и прочее. Но все остальные права – это исключительно частные школы. Что вам дают эти права? Давайте смотреть. Вот у меня есть хорватские права. Давайте смотрим, что они предлагают. Любые лодки до 3 морских миль в береговой линии, любые грузовые или фишинг-бот, все типы плежер-бот, яхты до 30, весом до 30 гросс-тонн, и лодки в чартер без команды до 30 тонн. Но где это работает? Это работает только в 12 nautical mile от береговой линии в Адриатическом море. То есть, если вы с этими правами приезжаете куда-нибудь в Англию, они там просто не работают, потому что это локальные хорватские права. Может быть, вам дадут лодку, только при условии того, что, допустим, в этой стране вообще не нужны права. Вот, то есть они посмотрят, ну, типа, умеет, ладно, забирай. У меня есть еще вот другие права, например. Это ИСА, они, здесь это офшор-шкипер, то есть у них там другие ограничения, но они, в принципе, дают значительно больший диапазон покрытия. К чему я это все вел? Они, в принципе, не нужны. То есть, вот они у меня 3 года пролежали в блокноте. Или 4 года. 4, не, одни больше, но неважно, не суть. Они у меня пролежали в блокноте ни в одной стране, нигде, ни в каком случае, ни при оформлении страховки. У меня их не требовали. Для чего могут быть нужны права? Если вы берете лодку, у вас произошел какой-то инцидент, но для выплаты страховой компании нужно, чтобы у вас были права. В этом случае могут быть вопросы, могут не выплатить. Но читайте правильно договор, потому что в большинстве договоров указано, что вообще права не нужны, вернее, как этого пункта нету. Если этого пункта нету, машьте рукой, не указано, значит, до свидания. Не все страховые компании требуют наличия прав. Когда вы оформляете страховку на вашу лодку, просто смотрите внимательно, что там написано. Если вы сомневаетесь, можете уточнить у страховой компании. Что я хочу сказать, что права в многих странах не являются обязательным условием. Например, Соединенные Штаты Америки. По-моему, 12 штатов вообще не требуют наличия прав, остальные требуют. То есть даже в пределах одной страны есть особенности с правами, поэтому это тоже нужно учитывать. Если вы с любыми правами приезжаете в Израиле работают только права государственной программы. То есть только государственные права. Никакие другие там не работают. Страховые не покрывают ничего, если у вас нет израильских прав. И лодки в чартер, ну я не знаю, у меня не было таких вариантов. Может быть да, может быть нет. Я не знаю. Поэтому прежде чем задать себе вопрос, что вам такие, какие права вы хотите иметь, подумайте о том, что для вас важнее это научиться яхтингу. То есть выбирайте учителя, потому что только учитель может дать вам правильное знание. А какой это системы будет, это совершенно не важно, потому что, несмотря на все именитые системы и рассказы, что это супер важно, и без этого вы вот вышли и сразу утонули, это все чепуха. Это исключительная информация для того, что компании хотят заработать деньги на ком? На вас.
нужно создать страшилку, после этого эту страшилку наполнить информационно. Поэтому еще раз повторюсь, ничего страшного нету в том, если вы будете думать, прежде чем идти учиться. Морские мили. Почему не используем километры? Потому что в данном случае к метрической или империальной системе данное измерение не имеет никакого отношения. Представьте себе круг. Круг состоит из 360 градусов. Каждый градус состоит из 60 минут. Одна 60-я градуса и является одна морская миля. Очень просто для навигации считать расстояние. Вы понимаете, сколько миль надо пройти, считаете градусы или знаете градусы, можете четко сказать, сколько вам нужно миль пройти. Опять же, экватор – это нулевой. Меридиан, Гринвич – это ноль. От него мы отталкиваемся. То есть вся планета – это шар. От экватора до верхнего полюса – 90. 90, 90, 180, двух сторон 360. Точно так же мы берем по экватору. Гринвич до Фиджи это 180, с обратной стороны 360. То есть, если мы знаем, мы берем координату какую-то там, не знаю, 40 градусов северной широты, то есть 40 градусов северной широты, это значит, что от экватора наверх. Если 90 это крайняя точка, значит 40 это приблизительно половина, это средняя широта. То есть мы уже понимаем, где это приблизительно находится по вертикали. Опять же, Гринвич проходит через Париж, через Испанию, через Африку. Если говорим там 20 градусов западной долготы, мы понимаем, в какую сторону это идет. То есть вы можете, в принципе, точку, если вы знаете координату, для себя приблизительно понять на глобусе вообще, где это находится. Даже если вам говорят, что это Перу, это вы понимаете. Но для моряков, если говорят точную координату, это значительно более понятно, даже если вы там никогда не были. Очень просто. Теперь я хочу вам рассказать, ответить на тот вопрос, который задают практически каждый день. А что с пиратами? На самом деле вопрос очень серьезный. Во всем мире вопрос пиратства стоит достаточно ярко. То есть мы сейчас мы находимся в Кении. У нас соседи Сомали имеют очень сильно мозг всем морякам, но это не самые страшные пираты. Намного страшнее те регионы, которые ведут священную войну джихад. Это Филиппины, Минданао, либо же Филиппины между Малайзией. Это проблемный регион, потому что там деньги не нужны. Задача просто... Вот. Как с этим бороться? Никак с этим не бороться. Почему? Оружие на лодке – это достаточно спорный момент, потому что когда вы заходите в любую страну мира, вы должны декларировать. Очень часто заходят собаками, ищут оружие, и с этим тоже могут быть проблемы. Если вы их не задекларируете, можно себе придумать развлечение. Опять же, во многих странах вы должны сдать оружие при входе. Если вы начинаете путешествовать там, по островам Французской Полинезии, вам нужно будет вернуться в исходную точку за тем, чтобы забрать свое оружие. Это может быть не одна тысяча миль, поэтому на этот вопрос каждый должен ответить для себя сам, хочет ли он эти проблемы, связанные с легальной частью или нет. Опять же, против кого вы собираетесь воевать? Мы находимся на пластиковой лодке, которая для военных действий, ну, в принципе, не подходит, потому что все, что находится внутри, это решето, да, то есть она, пластиковая лодка, ни от чего вас не защитит. И вот представьте себе ситуацию, вы стоите такой себе героический, весь там с автоматом Калашникова на палубе, к вам едет спидбот, на котором 15 вооруженных людей, у них стоит крупнокалиберный пулемет. Что вы в этой ситуации будете делать? Аккуратненько свой автомат выбросить за борт, чтобы не иметь проблем, но может тогда не нужно вообще к этому вопросу подходить. Я считаю, что намного важнее выбирать регионы плавания, которые не являются опасными, которые не находятся под влиянием каких-то террористических организаций, либо под влиянием пиратов, как это в Сомали, то есть просто туда не нужно ходить. В Сомали, опять же, есть такой сервис «Аталанта». Это военный сервис, вы пишете им письмо, говорите, какого числа и какая дата вы заходите.
И они вас ведут вдоль всего побережья полностью, каждое утро с вами hello, как у вас дела, все ли нормально. И вы отправляете свои координаты, если у вас что-то случилось, они вас в течение часа авиация приезжает. То есть это нормальный сервис, который возможен в этом регионе, и им нужно пользоваться, если вы уже в этот регион собрали сети. Либо же просто ходить в регионах, в которых пиратов нет. Друзья, спасибо за то, что вы были на нашем канале. Я надеюсь, то, что мы говорим вам и то, что мы делаем, вам нравится. Подписывайтесь на наш канал. Пока!